да. Что произошло? Произошло. Я сегодня приехала на Высоковольтную 2 в магазин вкусный купить продукты. Выхожу. Тут съехалось, наверное, 5 машин. ДПС несколько машин. Еще подполковник приехал. Да, подполковник приехал. Забыла я его фамилию на П. Парненко, что ли, или как-то его там Олег. Олег, по-моему, Антонович или Антон Олегович, не помню точно, но начали настаивать на том, чтобы я открыла автомобиль, на что я спросила, на каком основании. Мне сказали, что позвонили какие-то люди и сказали, что я возле памятника, памятник Новоалтайским жителям, ковавшим в ТУ победу. Я сфотографировалась возле этого памятника, просто селфи. Они начали мне вот у вас атрибутика, не атрибутика. Ну, начали, что попало, короче, собирать. Я сначала, конечно, удивилась и не хотела открывать автомобиль, потому что неизвестные люди. Понятых они привезли, по-моему, с собой, потому что очень наглые понятые были. Всю работу полиции, по-моему, выполняли, перебивали и там лезли больше в машину, чем сами полицейские. Но потом они вызвали следственную группу. Они приехали со своим волшебным чемоданчиком, значит, с криминалистическим. Открыли мой багажник, сказали открывать багажник, посмотрели. Ничего криминального, как я понимаю, там не нашли, там мои были личные вещи. Вот, и все. Но задержали меня полтора часа. Полтора часа я была задержана, просто здесь вот на улице. Так. Птичка попалась в клетку. Вас абсолютно никто в этом... Ничего. А мы... А у вас что-то случилось, да? А вы в чем это случилось? Нет, секундочку, можно вас узнать? Вы сейчас не снимаете, на ком установили? Вам это разрешение? Смотрите, у нас полиция... Хорошо. Работа полиции главная. Вы представились, со мной начали разговаривать. Давайте, полковник, сходите в машине, штатив возьми. Ну, понятно. Нет, давайте мы разберем. Снимайте Бога раньше. Право такое дал, понимаете? Мы осмотрим место происшествия. А вы, личности. Вы сначала предоставьте, вы кто? Скажите. А вы зачем у меня спрашиваете? Мы осмотр тут ведем. Вы просто люди прошедшие. Я обратился, подошел. Моя фамилия Фарниев, При этом имени преступники начинает мелко дрожать. Начальник следствия этого города. Вы имеете дело с полицией Луны, господа, а это вам не шуточки. Вот мое удостоверение. Пожалуйста. Очень приятно. Снимайте. А вы еще мне не предоставили. А вы его останавливали или задерживали, что вам нужно предоставить? Я хочу знать, кто меня снимает на телефон. Да. Я не знаю, я не могу вам принять. Ну, не ночью однозначно. Спасибо. Продолжайте съемку. В чем проблема? Мы же на улице. Да, на улице должны конечно. Машин мама дорога вообще. Просто не кафе мой. Вообще капец. Права разъясняю, Людмила Викторовна. Уже запомнили бы, столько держите меня. Больше, чем полчаса держите, уже пора. Где уколочек? Ну вы же знаете, вам. Ну я же вас спрашиваю. Вы конкретно вокруг какого-то объекта производили фотосъемку? Нет, там закрыли. Что? Возле конкретно какого-то объекта фотосъемку делали? Возле памятника, вы же сами сказали. Что вменяют? Я не знаю, что они вменяют. Просто проводим предварительную проверку по материалам. Зарегистрированную дежурную часть. Ну, материалы какие? Дежурная часть. Материалы, знаешь, какие? Материалы, да. Я стою возле своей машины. Задняя дверь у меня. Задняя дверь открыта. О том, что происходит. Задняя дверь открыта. Я перебираю все, что сзади. Там в багажнике у меня. Я перебираю все, что сзади в багажнике у меня. И они в это время меня засняли. Я думаю, сейчас я вот понимаю. В руках у вас какие-либо предметы? Никаких предметов у меня нет в руках. Рядом с вами. Где рядом со мной? Ну, стояли что-то. Нет, нет, сумки я с собой не ношу, памятник. Прям
Ульяновск какой-то. С участием хозяйки автомобиля, владельца автомобиля. Слышь, Николай. Ну, господи. Не, выкинь, вы не перейдите. Да, улиц на улице. Да. Ну, а предложение такое-то. Можно предоставить автомобиль, посмотрим. Даже не знаю, пояснил, что такое. Спрашивали до этого, вменяемая уже или нет. Я же сказала, вменяемая, нормальная. Все у меня в порядке. Слышите меня? Что-то мне понятые ваши не нравятся. Почему? Ну, давайте кого-то повзрослее, посерьезнее. Они просто улыбаются, и у них даже не спросили по дееспособности. Давайте другие. Давайте не будем говорить, как кому нравится. Может, вы мне не нравитесь. Ну, я уже поняла, что я не нравлюсь. Может, я тоже хочу кого-то помоложе нет, видеть в данный момент. Ну, мне вот это не нравится. Мы вас от этого освобождаем. А вы кто такой, что меня освобождает? Участвующее лицо, которое попросили вас уже третий раз помолчать. Вы же просто меня снимаете. Мне вот эти понятые не нравятся. Не пойму, с какой машины вы их достали. А знаете, ситуация в чем? Давайте не вам давать оценку, какие эти люди... Нет, она имеет право отвод понятым заявить. Нет, посмотрите, у вас полицейских машин только подошло. И мне показалось, что вы из машины достали двух парней. Материал предварительной проверки собирается. Сейчас идет проверка по сообщению, зарегистрированной в дежурной части. Вам еще раз объясняем. Понятых взяли с улицы. Не видела. На чем? Они с вами просто пришли. Мужчина, вас вообще здесь не было. Ну хорошо, что не было. На начало я осмотра. С супругой общаюсь, она мне рассказала уже. Ну и отлично. Ну отлично. Так а что вы говорите-то? Для чего? Для чего вы запутаете всех здесь? Просто какой-то скандал устраиваете? Мы проводим следственные действия. Да я могу. Нам необходимо все зафиксировать. А вы смуту вводите. Вы депутат, между прочим. Ну хорошо, ну, я знаю. Образованный человек. Я хочу воспользоваться статьей, наверное. Какой? Ну, наверное, 51-я, так да? Я же вам ее разъясняла. Почему, но... когда я вам начинала брать объяснение, подожди, я вам сказала, что на основании статьи 51 вы имеете право воспользоваться данной статьей и отказаться от каких-либо объяснений, потому что свидетельствовать против себя самой, ваших близких родственников. Так мне даже ничего не предъявлено, прежде чем... Так я вам и не предъявляла ничего. Я с вас беру просто объяснение по материалам предварительной проверки. Ваше пояснение... Нет, на основании, вы даже вот не говорите, что я у меня... Я еще раз говорю, основание сообщения, поступившее от граждан, дежурную часть. Вот, если например... вы не верите, проследуйте в дежурную часть, вы верите, что это наше сообщение. Уведомлять об этом мы вас точно не обязаны. Мы вам сообщили, почему мы здесь и что мы делаем. Не услышали ответ.
можете дополнить все, что хотите. Конечно, дополнить. Конечно, а кого еще? Опять Юра. Надо же заниматься лучше. Нет, а что бояться? Я же не это, я ДТП не совершила, никто не убьет. Зато у вас просто время идет, осмотр места. Вы на работе. Ну, вас там деньги заплатят, а мы, представьте, стоим из-за вас. Так давайте ваше время, будем экономить. А зарплату вам с наших налогов, если что, платят. Вот и именно, так вы что стоите и... Вам торопиться некуда. Расшифровка, число месяц. Как насчет того, чтобы послужить родине? Послужить родине? Послужили. Я уже послужил 2 года. Не расстраивайтесь. За бесплатно. Я не расстраиваюсь. А он... А что в милиции? Я вас что-то заставлял? А в полиции? Не желаете послужить? Я не пойму, вас туда заставили, что ли, служить? Я вам предложил, причем здесь я. Не, зачем? Зачем предлагать? Ну, вот у меня есть работа, я работаю. Предлагаю, это ответ нет. А он работает. Это ответ нет. Почему ответ нет? Вы предлагаете. А зачем в полицию пойти? На другую работу бросить и пойти в полицию, я понять не могу. Я ничего не предлагаю. Полиция коммунистов не хватает. Вы просто перефразируете мой слова для чего-то. Не, вы говорите, как послужить. Я не с вами разговариваю. Но скажите, для чего вы мне предложили? Но вы же мне начинаете агитировать за то, что у нас здесь якобы там за налоги платят и так далее. Для чего? Пожалуйста, фотографируйте. Для чего вы это говорите? Вы же сказали, что вы торопитесь. Мы занимаемся следственным действием. Попрошу не отвлекать. Ну, это вы сами себя отвлекаете. Ну, чувствую, витей вы будете. Я сделаю. Вот, все. В обратную сторону. Вот я думаю, я вам пропущу, что вы будете. Когда вы переобуваться начнете? Скоро, нет? Что? Да, вот я вот про полицию говорю. Когда, думаю, переобуваться начнете? Скоро, не скоро. А что вы подразумеваете под этим? Да, вы все знаете, что я подразумеваю. Ну, вы поясните. Все, закончился вопрос. Я вам сейчас подпишу, что я попросила вас. И вы сфотографируете? Как она думала? Людмила Викторовна, да? Опрос окончен. Yes. Предлагаю провести дальше осмотр, где мы приостановились. Поэтому... Повторно вам предлагаем открыть автомобиль свой для осмотра его. Угу. Можно, в ту сторону. Что вы на это скажете? Я обязана это делать. Я вам предложил открыть автомобиль для его осмотра. Если я отказываюсь, что будет? Будет что? Я еще раз вам говорю. Но я могу задать вопрос, я же слышала, я говорю. Я вам предложил открыть свой автомобиль, вам принадлежащий для нашего осмотра в присутствии понятых. Вы согласны или нет? Да? Просто как-то неприятно, как будто меня на улице раздевают прям. Давайте других понятых, а я согласна. Нет, осмотр начался, бланк уже заполнен. Как нет? Людям разъяснены все права. Поэтому я вы вижу, предоставите. Пусть, но это люди ваши, это видно сразу. Мила, еще раз поясняю. Четвертый раз задаем вопрос. Вы согласны открыть автомобиль?
Мы его хотим осмотреть. Открывайте. А в случае моего неоткрытия что будет? Можно вопрос задать? Вы скажите, да или нет. Вы скажите мне. Вы либо отказываетесь, либо соглашаетесь. Вы зачем мне задаете вопрос на вопрос? Не, ну для они чего? Должны это рассказать мне. Они должны мне это объяснить. Я... Им скажи, ты заезжаешь. Подождите. Я не понятых, и будем посмотреть. Я вам уже 4 раза объяснял, почему мы здесь, для чего и так далее. Да, если я не вы ответите на мой вопрос, да, нет, да или нет. Нет, я задаю вопрос. Помечайте, делайте. Нет, товарищ, вы переверяете сейчас. Вы переверяете. Вам заявили отвод понятым. Вы почему вы не хотите? Потому что... Заяви отвод. Я не хочу с вами разговаривать. Не мешайте проведению следственного действия. Я вас с уважением прошу, не мешать. Я вас с уважением спрашиваю. Вопрос задаю. 3-4-5 раз. Я задаю вопрос. Откройте автомобиль, мы сделаем осмотр. Я задаю вопрос. Да или нет? Если я не открываю автомобиль, что? Я не знаю, как с вами разговаривать. Вы ответьте мне, что мне вменяет. Вам предоставлена такая возможность осмотреть автомобиль, да, по зарегистрированному сообщению, ага, в городе Новоалтайске, ага, да, или дальше не предоставить на осмотр автомобиля, так, да или нет? Вы мне ответьте, в чем чревато не открытие моего автомобиля? Почему вы не можете ответить на этот вопрос? Вас просят просто однозначно ответить, а потом уже в дальнейшем вам разъяснят все оставшееся. Как в дальнейшем? Вас попросили 4-й или 5-й раз. Откройте автомобиль, мы осмотр с понятыми сделаем или нет? Вы скажете, разница тут при всех. Что за дела-то вообще? Вы о чем вообще? Да я тоже не понимаю. Вы не слышите русского языка, не понимаете? Вы шариться у меня там будете? Может, у меня там куча плавок лежит, а вы будете лазить? Я занят. Заявите вот понятым, почему она не выполняет. Остановите любую другую машину, понятых возьмите других. Я еще раз вам говорю. Вам конкретно, вы нарушаете сами закон. У человека недоверие к понятым. В чем проблема? Возьмите других понятых и открываем машину и смотрим. Иначе в чем проблема? Осматривайте этот автомобиль. Пожалуйста, откройте. Иначе что будет? Машину откройте, пожалуйста. Обыскать и никаких разговоров. Вот, я еще раз объясняю. Понятые, вы снимаете автомобиль. Что, дорогу, у вас куча машин, 4 или 6 машин. Машину открываете или нет? Да, конечно. Открывайте. Вам здесь шмонать надо? Давайте. Подходите. Спасибо. Что вы будете смотреть? Фиксируйте. Понятые, пройдите, посмотрите. Что тут? Что мы тут? Хотим, ну, зафиксировали, что увидели? Ничего. Вот увидели. Что увидели? Бумагу. Коробки посмотрите. Белую бумагу. Да, увидели. Увидели белую бумагу. Что еще? Может, коробки посмотреть, полазить? А вам я руками вообще задевать тут не разрешаю. Отойдите, пожалуйста. А вы отойдите отсюда. Вот посмотрите, какой настырный понятой. Я говорю еще раз. Как ему интересно нос сунуть. Полиция даже. Полиция так себя не ведет, как ведет себя вот этот понятой. Все, посмотрели? Спасибо. Отойдите, пожалуйста, фиксируйте. Все, зафиксировали? Нет, еще нет. Мы же осмотр проводим машину. Не просто визуально. Мы же хотим посмотреть, что у вас в машине. Сейчас у меня все запишет. Все зафиксирую. Вам скажет вам спасибо. И что, это стоило меня час задерживать? Знаете, я вот, при всем уважении к вам, не знаю да вас, какое еще уважение? Полчаса вы назад. Я полчаса вам пытаюсь спокойно объяснить, что мы делаем здесь. Алло. Спасибо. Машина открыта. Да. Да нет. Тут с сундучками мужчины приехали, там криминалисты все на свете. Сейчас. Какой безопасности принимают, наверное. Они меня видели, якобы жители какие-то позвонили. Они меня видели возле 22-го партизана, возле памятника Калашин. Да, конечно.
что, долго еще стоять? Посмотрели? Долго еще стоять? Как долго еще стоять? Как долго стоять еще? Я думаю, минут 5. Дурдом какой-то. Вот прям вообще шоу просто. Вообще шоу. Просто устроили шоу, посъехались куча народу. Куча полицейских. Можно подумать. Посмотрите, только я не понимаю, в чем криминал. Криминал-то в чем? Берите, смотрите. Это ваша машина. Какая разница, что я, может, у такого мужиками машину отбью? Какая разница, кому вообще понять не могу, что в моей машине? Ваше собственное право было мне мужиками. Не, я вообще в шоке от того, что лазит у меня в машине, смотрит, что... Что в коробке не посмотрели? В коробке еще посмотрите, что там очень... Интересно, что в коробке лежит. Сфотографировал, хорошо? Да. Зачем? Имущество нам ваше не нужно. Это ваше. А что было-то вообще? Что вот это было? Осмотр вашего. Нет, на основании. Основание сообщения дежурной части предварительно. Он же не пожалуйста. Нет, подождите. Значит, сообщение в дежурную часть. О чем? Граждан, о том, что проводится. Женщина стоит в квартале. Вы можете обратиться в дежурную часть, позвоните, узнать, было такое сообщение закусировано. Да, это вы, что можете сказать? Дело в том, что пикетирование, где вы что, где-то заснято или что такое? С вас объяснение отобрали? Да. Вы считаете, что вы что-то противоправное совершили? Вообще нет. Совершенно не считаю. Вы с объяснением согласны? Согласны. Что случилось? А тебе тут кого-то не телефон. Простите. Где заходи, прямо он у дяди спрашивает, который в кепке. Что у них там? Людмила Викторовна, можно вас? Распишитесь в протоколе, пожалуйста. Давайте разъясняйте, рассказывайте, что хотите. Что вы здесь? Ознакомливайтесь, ставите подписи. Дед, дайте дорогу. В случае, значит, отказа от подписей данной гражданки, участвующего лица, хозяйки автомобиля, фиксируешь в протоколе время отказа от подписи, фиксируешь на видео. Все хорошо? Всего хорошего, подполковник. Скажи, что сейчас подъедем. Давай. Алло. Да, говори. Да сейчас мы тут закончим. Нет, домой. Ты что? Ты что, ехал? Давай через минут через 10 позвоним.
как, на что она бы... Ну-ка, не поняла, что за ерунда. Граждан Клюшкова было предложено осмотреть, что данный автомобиль. Дальше, что за слово? На что она пояснила? Не поняла, на что она пояснила, где связь. Было предложено осмотреть данный автомобиль. Дальше. Что она пояснила? То есть что пояснила? Ушел такая. Разрешала. Так, а вот это что такое? На что она пояснила при гражданке Клюшниковой ЛВ? Кто она пояснила при гражданке? Что-то вообще не разбериха. Как будто третий класс. Где связь? Скажите, не пойму я. Вот правда, просто объясните. Ну я не прочитала. Подождите, я не пойму. Смотрите, вот гражданке такой-то принадлежит автомобиль, да? Так, было предложено осмотреть данный автомобиль, на что она пояснила при гражданке Клюшниковой. Второй раз? Не при гражданке, а. Вот здесь что? А кто пояснил? А пояснил кто? Зачеркнуто, зачеркнуто, да? Да. А кто пояснил? Разрешила осмотреть автомобиль. Что тут? А, это было, да? А что это дальше? Было открыто. Задняя дверь автомобиля. Нифига вы пишете огонь. Дальше. В? А. Чё? В автомобиле. Угу, находился. Багажник. Находился кто? Что такое находился? В автомобиле находился в багажнике. А что тут зачеркнуто? Ничего не пойму. Что тут сверху подпишется? Ничего не подпишется, это зачеркнуто. В автомобиле находился в багажнике кто? Коробка. Кстати, размеры, но не стала размером. Кто? Бумажная коробка. А где слово бумажная? Это такое слово? Да, бумажная коробка. А где коробка? Ну я читаю. Ксе. Коробка. А где коробка? У меня хоть... Я вообще не понимаю. Вы что? Да, вы шутите? Я вообще прочитать не могу. Это что это такое написано? Коробка. Перепил? Куряпи, перепил. Коробка. Размером. Размером. А это? Также. Также. Дальше. Багажник автомобиля. Багажники автомобиля. Здесь бумажный плакат. Вот это что слово? Имеется. Это имеется. Бумажный плакат. Дальше. На котором написано. Угу. Дальше. Ну, что написано? Скажи нет коммунистам, олигархам. Как? Скажи нет кому? Конституция. Конституция олигархов. Можно будет читать тот человек, который записывал это все. Скажи нет Конституции. Дальше. Это кто? Также в багажнике автомобиля имеется оранжевый жилет. Железнодорожный. Ну, не знаю. Во-первых. А во-вторых, оранжевый жилет в каждом автомобиле это закон. Должен вы быть. Не в курсе? Я не знаю там. Как вы не знаете законов, что ли? На трассе остановишься, на жилет одевать. Вы кто, майор? Или вы прапорщик? Дальше я не могу прочитать вот это, что вы пишете. Олигархов. Дальше. Про олигархов видела. Про коммунистов олигархов. Я вообще балдею. Так, также в багажнике. Так. Это что? Авто. Авто? Имеется. Дальше. Оранжевый жилет. Но жилет можно? Да. Дальше. Бумажный плакат размером. Угу. 85 на 61 сантиметр. Дальше. А это кто? Каких-либо крещённых. Где каких-либо? Здесь два. Предметов я вижу. Где каких-либо? Вот это три буквы. Это кто? Предметов. Это никаких предметов. В гражданском обороте не обнаружено. Никаких запрещенных предметов в гражданском обороте не обнаружено, да? А кто тут подписал? Понятой? Понятый. И оба понятых, да? Ага, что дальше? Нет. Это не с моих слов, это с чего вы смотрите? Это вы осмотр проводили. Просто... Теперь придумывайте. Это объяснение сверху. Ну вот здесь есть подпись понятого. Где подпись того, кто чью машину шмонали? Как это называется? Я должна была, у меня своя графа, или у меня даже на это права нет? Ну давайте, ищите. Как найдете, обращайтесь.
А что здесь такое написано? Здесь про понятых. Здесь вот между это. Я между понятыми не буду писать. Это бред какой-то. Подпись понятого. А я-то с чего бы здесь была? Я не понятой. Напишите, кто я есть. Я потерпевший у вас или кто я? Обвиняемый? Кто я у вас? Придумайте название мне, тогда я подпишу. Ага, подпись. Подпись кого? Нет. Ну вот здесь еще как-то можно написать. Это что, план 4? А здесь что? Вот это перечеркивается буквой ЗЮ. Да. Вот стоят подписи. Я понимаю. Больше после них ничего не будет. Нет, если вы заставляли меня подпись дальше ставить, тут может я еще хуже. Заставляю... А я-то надо, у них хоть название понятые есть, у меня вообще никакого названия нет. Это вы у меня времени убили. Сколько? Ничего себе. Почти полтора часа тут с вами зависаю. Нормально. Да спрашивайте, не чем конституцию-то нарушили, скажите хоть. В чем было нарушение-то, остановка-то моя, в чем было? Больше, больше часу продержали, полтора часа продержали. В чем было мое нарушение? Там будет придумывать сейчас. Вот в чем причина, а? Скажите, пожалуйста. Меня стали остановить. Да я-то понимаю, вы последний приехали, а вы-то вот что меня остановили? А? Лейтенант ДПС. Вы-то меня на каком основании лейтенант ДПС остановили? Вообще не приемную часть сказали задержать автомобиль. Так, задержать автомобиль. Автомобиль задержать в каком случае? По сообщению по какому? Какие нарушения должны быть? ДПС. ДПС, какие нарушения должны быть мои? А я с чего должен? Вы дорожно-патрульная служба. Дорожно-патрульная служба. Вы вообще должны все объяснять. Вы имеете право меня останавливать в случае. Подождите, вы имеете право меня останавливать в случае, если у меня совершено ДТП, если моя машина там, допустим, похожая, где-то числится в угоне или что-то подобное. Что-то подобное было, вы меня. Вы у меня отобрали. Вы у меня отобрали. Нет, я вышла из магазина. Вы у меня отняли удостоверение водительское. Вы уверены, что я его отнял? Вы вот вдвоем. Вы забежали первый в машину. Машина, на которой 0630 написано, вы залезли сразу. Именно вы первый залезли в эту машину. Сидели с вот этим удостоверением. Вы ошибаетесь. Да, конечно. Камеру предоставим. Водительское я не взымал. Я вас подписываю. Молодцы, да. Я всегда буду.